Миш, как это называется место, куда мы будем проникать? Археологический парк Кейсарии. Археологический парк Кейсарии. Он закрыт. Миш, держи, я пробую. Короче, мы реально нарушаем закон. Миша, а если я... Бля, вот так вот. Давай руку. Подожди, нет, ты лучше меня снимай. Ну, когда я вообще... Где? Во-первых, мы реально нарушаем закон. Во-вторых, блин, отсюда же надо выбраться. Ура, я перелезла через забор. Так, снимаем Кейсарию. Отлично, давно я не была школьницей. Поехали, ловите запрещенную экскурсию. Понятно? Здесь располагались виллы, дома епископов, всех, кто был повыше, бонзы Римской церкви, и не только, наместники, правители. И перед нами главный проспект Кейсарии, мощенная мостовая, проводящая нас через весь город, на данном этапе через византийский период. Миш, то есть получается, здесь жили в любом случае только богатые, вот как и сейчас, как и на сегодняшний день? Так же, как и сейчас, в Кейсарии живут богатые, а те, кто обслуживает эту Кейсарию, живет немножечко по соседству. В основном здесь были все-таки церкви, более глубокой части города и общественные бани, винодельни, прессы винные. Такой ночной экскурсии, вернее вечерней, в моей жизни еще не было. Дальше больше увидим. Это под полами, это остатки водопровода. То есть в дома были подведены... Снабжены водопроводами. Вот это проспект, который... Еще один проспект, который нас подведет обязательно к конюшням. Так... А это что такое? Мы пришли к конюшням. Вот это конюшня? Мы совсем недалеко от ипподрома, и это и есть конюшня. Здесь стоят лошади, готовы уже забегать. Вот это ипподром. Отсюда как раз выбегали лошади и всадники, точнее колесницы. И начинали свой путь вот туда, против часовой стрелки, совершая круги, круг за кругом. Что это? Не скажу. Ну почему? Потому что ничего не вижу. Мы в частях, которые были пристроены на ипподроме в более позднее время, уже в византийские времена, лет через, наверное, 400-450 после строительства самого ипподрома, здесь мы находимся в комплексе бани общественных. Пошли, искупаемся. Да. В фонтанчике. Очень. Кстати, под нами вот часть ведука, то есть... Канализации. Точнее, водопровода. Нет, наоборот, чистой воды. Но это все бани? Да. Пошли. Прототип в дальнейшем арабского хамама. Римские бани. И мы находимся внутри. Ты еще за пределами, заходи вовнутрь. А, вот это я уже в бане. Да. Вот под нами даже мрамор. Мишаня. Значит, воды, которые подводил воду отсюда. А здесь ванны. То есть это бассейн? Тут внутри как раз подавался и горячий пар. Вот там, чуть-чуть вдалеке уже в темноте, очаг, который подогревал именно полы. Полы были с подогревом. И здесь все ходили по подогревам. Миш, повтори еще раз, вот эти вот, это ниши или эти ступеньки? Это гравия, это скамеечки для посетителей, болельщиков и ипподрома. А где, ты говоришь, царская ложа? Ну, немножечко пройдем, несколько. О, отекаем! Может, да, блин, слушай, ну правда, Миша и мою, вот как пришли, так и ушли. Отекаем. Так, стоп, Миша, вот со мной бы менты уже приняли давно. Миша, да ты лучше меня снимай, пусть я лучше... Упаду, но для инстаграма я должна... Нет, я не упала. Ух, ё-моё, всё! И менты не поймали. Миш, ты хочешь сказать, что нам сегодня повезло? Очень повезло. Я даже не понимаю, каким образом. Надо было сначала незаконно перелезть через забор, а потом выяснить, что ворота были открыты. Незаконно открытые ворота. С ума сойти. Ну, а это уже совершенно разрешенная съемка. В том смысле, что можно было не перелезать через забор, а просто найти ворота. А мы прочли объявление, что Кейсария сегодня работает только до 4 часов дня. Оказалось, что и в 7 вечера здесь все открыто. Наслаждайтесь.